Итак, для начала нанесем грунт на те детали, которые у нас не были загрунтованы, потому что пока не было такой возможности. А также нанесем грунт на те детали, которые мы нечаянно повредили. Восстановим их немножко. Подождем, пока он просохнет, и зашкурим 3000-й шкуркой. Далее нам надо замаскировать нижнюю часть, чтобы не попала нечаянно краска на гусеницы. Думаю, этого будет достаточно для того, чтобы просто закрыть гусеницы. Мне нужна просто доступ к динамической защите. После того, как я ее покрашу, я сниму эту импровизированную маску. Друзья, еще раз напоминаю, базовый слой у нас будет нанесен вот такой вот краской. XF61 Dark Green. Разбавлять мы будем фирменным растворителем X20A в пропорции 1 к 1. И добавляем ретардера для того, чтобы краска успела растечься и сразу не высыхала. Ретардера добавляем буквально немножко. Что такое немножко? Это вот берем в пипеточку и капли 3-4 добавляем. Мы сейчас будем задувать основным цветом. Задуваем мы только те места, которые не закрашены черным. То есть все белые места. Черные не перекрываем, потому что иначе мы потеряем пришейдинг. После того, как мы закрасим все эти белые места, мы сверху дадим тонким слоем, для того, чтобы сгладить вот эти вот покрашенные места с пришейдингом, чтобы они не казались пятнами. Друзья, вот таким образом у нас получился первый базовый слой. Также мы будем наносить на остальную модель.
Базовым слоем мы закрыли. Теперь дадим просохнуть. И после этого начнем делать высветление. Высветлять мы будем XF67 Nata Green. Растворяем X20A в пропорции 1 к 1 с добавлением ретардера для того, чтобы краска быстро не высыхала. Друзья, высветляем только там, куда падает свет. Там, где у нас темно, там мы высветлять не будем. Эту операцию проводим очень аккуратно, не торопясь.
Что, друзья, дадим нашей машине просохнуть. После этого мы закрасим те элементы, которые нам нужны. Далее покроем лаком глянцевым. На этом я думаю видео закончить. Наши 10 минут истекли. Спасибо, что со мной были. Если у вас какие-то есть вопросы или замечания, обязательно пишите в комментариях. Мне это очень нужно и очень помогает. Может быть, у вас есть какие-то свои мысли, идеи. Спасибо большое, что вы со мной были. Не забывайте ставить лайки, если вам видео понравилось. Лайки мне очень помогают в продвижении канала. До скорых встреч!